Всем привет! Сегодня начали делать кованую беседку. Вот две грани у нас готовы. Вот. На столе лежит еще один грань, третья. 8 граней будет. Вот окружность наша. Начертили мы. 3 метра диаметром. Вот. Каждая секция будет по 1,15 м, 1,20 м. Вот. Их будет 7 таких секций перильных, так как 8-я это вход, туда не надо. Ну и верхний узор, вот, поставили мы, такой вот будет. Тоже их будет 8 штук. Вот. На двери тоже будет она. Но здесь будет не прямая, а дугообразная, скорее всего. Вот. Начали мы делать. Такой вот узор из 15 метров трубы узоры. 20-ка каркас и перила 20 на 40. В дальнейшем мы на эти перила будем ставить вот такую вот спиральку, то есть с обеих сторон, с этой стороны и с этой стороны перила, вот с этой стороны и с этой стороны перила будет спиралька вот так вот, то есть чтобы хвататься было удобнее. Ну и красивее со спиралькой. Уже грани будут ребристыми. Вот дальше. Это был первый этап. Дальше будет второй этап. Теперь идет подготовка по краске. Вот мы собрали все 8 граней. И будем шлифовать и красить в мастерской, так как на улице холодно, зима. Собрано на прихватках, то есть не полностью заварено. Вот. Вот мы вылезли на улицу, уже в покрашенном виде, уже высохшая. Вот собрали мы беседку. То есть, точнее, собираем ее уже по частям. Эти грани мы собирали отдельно, то есть варили отдельно. Теперь мы их к столбам заварили. Столбы у нас вот такие вот будут, винтовые. Вот, заварили стропила. Сейчас вот довариваю нижний вот этот, крайнюю трубу, на которую будет ложиться поликарбонат. Вот, вот. Заказчик сказал, что закрыть поликарбонатом крышу. Не нужна мне, говорит, металлочерепица или профластил, хочу, говорит, поликарбонат сверху тоже. Бока тоже будут поликарбонатом, но это я в конце сниму. Дальше мы соорудили такую вот сцепку с двумя колесами. Вот такая вот она. Подставили под беседку. Вот. И на фаркоп застегнули и поехали. Вот. Ну, так как здесь местный, недалеко было ехать. Закончили мы беседку. Вот такая у нас получилась. Сейчас сдалека. Такой скромный узорчик, без листьев, без ничего. Столик маленький, как заказывал. Не нужен мне, говорит, большой. Полы дощатые, скамейка. Так вот. Всем пока.